У Леонида Быкова двое детей. Сын Александр и дочь Марьяна. Сын Александр, появившийся на свет в семье актеров в 1956 году, отец на украинский манер называл ласково «Лесь» или «Лесь». Мальчик вырос похожим на отца, даже летчиком мечтал стать, как в юности Леонид Федорович. В армии Александр хотел служить в десантных войсках, и ему это удалось. Служба шла успешно до того момента, пока у Леся не возник конфликт с офицерами. В результате его отправили на психиатрическое лечение. Леонид Быков понимал, что сыну приходится страдать за принципиальные взгляды отца на искусство. Дочь супругов Быковых Марьяна появилась на свет в 1958 году. Она была белокурой красавицей с кудрявыми волосами. В своих воспоминаниях Марьяна говорит: «Папа был очень терпеливым и наивным. Он доверял людям, а если кто-то поступал недостойно, по отношению к нему просто вычеркивал этого человека из жизни».